Еще из заметных событий дня. Более 25 тысяч человек, по данным полиции, собрал сегодня митинг на Манежной площади в честь 18-й годовщины принятия Конституции России. Активисты молодежных движений, представители профсоюзов, ветеранских организаций, сторонники Владимира Путина и Дмитрия Медведева, многие держали флаги с символикой партии «Единая Россия». А что вы снимаете? Где Леночка? Опа! Не к добру это. Да, на площади нельзя нагибаться. Ага, смотрите, снимают. Давайте уже, давайте. Вы же Григорян. Вот так вот мы Россию продаем за деньги. Да, успокойся, тебе говорят кто-нибудь, что-нибудь слово говорит? Вот, он даже запрещает слово сказать. Что это за Россия, свободная страна? А потом канал показывать. А что такое? А почему нельзя снимать? Можете объяснить? Вы знаете закон о журналистике? Да. Подождите, а что-то? Мы же к вам не относимся. Алексей, на прикосновенность как это? А права есть у вас на съемку? Есть права. Покажите. Не, покажи права. Тихо. Покажите права. Вы показываете списки дальше, вон на камеру снимаем. Да пускай снимает, мало ли что мы записываем. В принципе, это просто шоу. Нет, а где правда действительно? Нет, а вы... Какому каналу будете показывать? Блин, нам прищик. По-разному? А вы что здесь делали? Можете сказать два слова? Ничего, она сказать не может. Встанет лучше туда. У меня вообще группа официантов. А группа чего? Официантов на работу. Что происходит? Деньги сейчас будут раздавать. Ко мне подошли и сказали, вы платите деньги, я естественно, даже журналистка. Ну я просто так стояла и записала свои заметки, и одна девушка подошла, и она сказала, это вы, которые платите деньги. Я понял. У них талоны какие-то. Талончики. Что талончики? Да, а вы что, вы отдали? Талон можете показать? Вы уже отдали. Отдали. Ну сколько платили? Секрет. А то вообще не заплатит. Да спокойно. Девушка, успокойтесь. Да вы мешаете людям работать. Работать, Вы пошли бы на выборы и поснимали бы, как там фальсифицируют. Я работала и смотрела, как отбрасывают. Не там снимается, не то снимается. А что снимать? Что снимать? Надо было прийти на выборы и снимать скрытый край камеру, что творилось. Вон еще в метро две группы такого же плана. Пойдемте. Вы меня слышите? Сейчас пока не сломал камеру. А что ты запрещаешь? Для чего снимать? А ты кто такой? Я какая-то кто я? Не надо здесь снимать ничего. Как ты можешь мне запретить здесь снимать? А зачем ты снимаешь здесь? А что снимаю? Не снимай здесь ничего. Ничего себе. Я еще раз повторяю, не надо снимать здесь. Что ты мне повторяешь? Я еще раз говорю, не надо ко мне Не надо снимать вообще ничего здесь. Если запрещается, не надо снимать. Я вам запрещаю. Кто ты такой? Не надо снимать. Как ты можешь? Я бригадир. Не надо снимать. Бригадир чего? Массовки. Какой не надо массовки? Снимать. Вы сами признаетесь. Какой массовки? Как ты мне меня можешь? Слышишь? На какой основе ты можешь? Не надо снимать здесь.